Дьякова, номинация «Эстрада на русском языке». Дипломат второй степени Виктория Стрюкова, город Ходьково, номинация «Эстрада на русском языке». Лауреат второй степени Мария Зацепина, город Балашиха, номинация «Песня Александра Волкова». И Мария Зацепина также лауреат первой степени, номинация «Эстрада на иностранном языке» и лауреат первой степени, номинация «Эстрада на русском языке». Категория 16-18 лет. Дипломант третьей степени Анна Караванова, город Балашиха, эстрада на иностранном языке. Дипломант второй степени Полина Зуева, город Балашиха, эстрада на русском языке. Дипломант второй степени Анна Караванова, город Балашиха, эстрада на русском языке. Лауреат первой степени Эллада Пурузова, город Тайгова, номинация «Песня из кинофильма». Лауреат первой степени Алена Мартынова, город Электросталь, номинация «Песня из кинофильма». Категория от 19 лет. Лауреат третьей степени Федор Рытиков, город Зеленоград, номинация «Ретро-песня». Также Федор Рытиков лауреат второй степени, номинация «Эстрада на иностранном языке». Лауреат второй степени Полина Новоселова, город Челябинск, номинация «Эстрада на иностранном языке». А вот Федор Рытиков вновь лауреат, но уже первой степени в номинации «Национальная эстрада». Grazie mille. Лауреат первой степени Полина Новоселова, город Челябинск, номинация «Песня» Александра Ермолова. Также Полина лауреат первой степени в номинации «Эстрада на русском языке» и номинации «Песня из кинофильма». Полина Новоселова. Ну что ж, ваши аплодисменты всем победителям номинации «Вокал». Вот они, яркие, красивые, талантливые, которые радуют нас своим творчеством. Продолжайте в том же духе, не останавливайтесь на достигнутом. И ждем от вас новых побед. Вперед, зрительный зал!